Всем привет, мои зайчатки, мои гости канала, подписчики мои. Сегодня у нас необычное с вами видео. Наверное, вы видите, вот тут вот сзади меня лежат конфеты. Их много. Конфеты из фикс-прайса. Я купила побольше конфет. И с этими конфетами мы с вами будем кое-что делать. Я уже один раз так делала, но у меня тогда не было канала. Короче, мы будем делать из них небольшой сюрприз для мамы. Вот, там конфет много, я купила примерно такие, которые ей могут понравиться. Вот, как бы там разные, сейчас я их покажу. Вот, мы с вами сейчас их все вскроем, посмотрим, попробуем и будем... Не скажу пока что, догадайтесь, напишите в комментарии, что же мы будем сделать с этими конфетами. Вот, я сейчас их открою. Сейчас я вам сначала их покажу. Давайте. Так. Вот они, смотрите, все конфеты. Вот эти вот мы скрывать не будем, вот эти три. Вот это, кстати, пятерочки, по-моему, взяла, да. Вот, мама любит такую шоколадку с орешками степ. Вот это мы трогать не будем. Три, то есть, ну, они, в принципе, не скрываемые останутся. А вот эти мы все три будем с вами вскрывать. Но для начала я сейчас их уже все перефоткала. Я сделаю на них обзор. Пускай на них будет обзор сразу. А то вдруг мне не понравится, чтобы их заново не покупать, не тратить деньги. Вот. Сейчас я их вскрою. С вами снова потом, может быть, попробуем. Или я, может, расскажу. Ну, короче, расскажу сейчас дальше, что я с ними буду делать. А пока в комментариях пишите, 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 пишите. Снова я. Смотрите, наши конфеты, вон они. Я их все вскрыла, попробовала, сделала на них обзор. Он выйдет там где-нибудь немножечко, наверное, да, немножечко подальше, но он там где-то выйдет. Вот. Они все вкусные. Я их всех посчитала. Их получилось 60 штук. 60, представляете, 60. И я надеюсь, то, что вы в комментариях уже внизу там написали, что же мы с ними будем делать. Обязательно пишите. Пока вы будете писать, давайте их посмотрим еще разочек. Мне будет интересно, что же вы напишете. Обязательно пишите. Вот они. Смотрите, как их много. Огромная просто куча. Но вы пишите, пишите все равно. Так, и плюс вот эти вот три. Вот эти она, кстати, любит, я уже один раз покупала. Эту тоже. Ну, это он ей на пробу, куда-нибудь я воткну. Это я, в принципе, знаю, куда я воткну. Но вы в комментариях пишите, пишите, пишите. И вот здесь вот тоже их очень-очень, видите, много. Я даже не думала, что их получится настолько много. Вот, но они все очень вкусные. Я думаю, что они ей очень понравятся. Должны. Ну, она любит такие с орешками всякие. Очень-очень надеюсь. Надеюсь, что вы написали все-таки в комментариях. Я очень на это надеюсь. Давайте еще секундочку подождем. Для тех, кто не успел написать, все-таки напишите. Вот, пока можете там... Кто написал, можете пока посмотреть, что у меня там находится на моем заднем фоне. Вот, я прям сейчас секундочку ждем. Ждем, 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 ждем. Пишите, пишите, пишите. Ну ладно, надеюсь, написали. Надеюсь, что вы написали, что же я буду делать с этими конфетами. Целых 60 штук. Куда их можно деть? Плюс это как сюрприз для мамы. Подумали? Написали? Я надеюсь, что написали. Мы с вами сейчас их будем прятать. Я один раз уже так делала, я уже говорила. Мама в течение полугода, в течение года их еще находила. То есть они еще там где-то были. Вот, и это очень приятно, допустим, там хочется сладкого, залазишь туда-сюда, нету. Ну ладно, там что-нибудь. Пойду тогда я там, допустим, помою унитаз. Достаете перчатку, а из нее вываливается шоколадка. Ну, конфетка, да, допустим, такая там.
Ой, конфетка, классно, там, ой, сейчас я чаек попью. То есть, ну, вот такие вот маленькие моменты, маленькие приятности. Я маме уже один раз делала, и вот я хочу сделать их снова, хочу еще разочек сделать. Ей, в принципе, понравилось, но потом она уже просто в какой-то момент устала их уже находить. Видимо, я как-то сделала так, что их слишком много стало в каком-то месте. Вот сегодня я хочу их разложить уже как-то немножечко по-другому. Вот, ну, в принципе, вы вместе со мной и пойдемте их прятать, раскладывать вместе со мной. Пойдемте? Пойдемте. Ну и, конечно же, я решила начать с кухни. Так, наши с вами конфетки берем. Так, ой, господи, убегает, смотрите. Разные. И пойдемте. Начнем со шкафчиков. Я, честно говоря, даже уже и не помню, что у мамы здесь лежит. Но будем просто раскладывать. Я думаю, так, нет, хотя ту кастрюлю она не использует почти. Мы положим, наверное, где-нибудь вот сюда вот. Вот, между ними. Она бывает, кстати, пользуется часто вот этой вот штучкой. Может ее заметить. Так, здесь, я думаю, мы положим, наверное, вот эту. Положим вот сюда вот формочку. О, так это ее незаметно все. То есть вот таким вот способом мы с вами будем и прятать. Тут, я думаю, смысла нет. Здесь я хочу положить замку туда. Опа. Замку спрятали. Так. Так, слишком часто не будем. Там, сука, выжималка, но она ею почти не пользуется. А, выдвижные ящички. Ой-ой-ой. Выдвижные ящички. Ну, а тут уж. Тут вот сюда положим. Сверху так, в принципе, незаметно особо. Вот. Ну и, короче, вот так вот везде будем. Так, тут мешки. Нет, не влазит. Да? Хотя нет, она может не выскочить. Нет, вдруг она ее не одевает. Вот так вот давайте лучше. Вдруг она не одевает ее. То будет не очень. Если она там расплавится, например. Так. Убираем и пошли дальше. Так, тут у нас нитки, иголки. Мы ее положим вот туда. Конечно, мне кажется, там никогда в жизни просто не найдешь. Одна вон там, вон она. Так, здесь у нас тарелочки с вами такие. Я помню, последний раз я даже где-то здесь умудрилась спрятать. И мама даже перед праздником нашла, ей было очень приятно. Здесь мы тоже будем сейчас класть вот такую конфетку. Куда бы нам ее положить, чтобы она нашла? Я, наверное, положу ее. Она не залазит сюда особо. Положу ее вот так, вот этим местом, чтобы было немножко темновато. Вот так вот. А то, если положу в стакан, то она может найти в сам праздник, и это будет не совсем понятно. Так, вот здесь вот. А, тут у них, кстати, специи лежат. Сюда я положу конфетку. И положу их, поскольку много конфеток, я еще положу туда в стакан. Так, другая у меня еще желтенькая. А я ее положу. Нет, не сюда. Куда бы ее положить? Сюда положу. И все. Ну, представляете, как это будет приятно. А залазишь там, допустим, принесли цветы, залазишь, берешь вазу, а в ней еще и конфетка лежит.
Еще и вкусная конфетка. Это очень приятно. Напишите в комментариях, было бы вам приятно вот так сюрпризы находить. Карманы. Это тоже по нашей части. Зелененькая. И кладу в зелененький карман. Она бывает в магазин ходит. В этой кофточке. Так, кофточки. Вот тут я ее положу. Вон она лежит. Не стала ее сюда класть, а то вдруг жара будет, она расплавится, высечет. Кто ее знает, что у этой шоколадки на уме. А, ну можно, кстати, еще внизу вон там поставить. Так, положить, вернее, вот это положу. О, она хорошо, смотрите, спряталась. На другой стороной. Так вот. Вот и все. Будет доставать, если ее когда-нибудь, то найдет. Да, кстати, еще вот здесь вот. Тоже сюда положим. Если у мамы курточка, она вот. Она в ней ходит. Сюда. И вторую конфетку туда положим. Если у нее зимняя куртка. Тоже положим кармашек. Я обычно, кстати, всегда в кармашках, в куртках, во всех куртках вообще оставляю всегда мелочь. Мне кажется, так деньги никогда не заканчиваются, когда они остаются. Мне кажется, это как какая-то такая некая система. Вот. Так, сейчас, может быть, еще ниже положим. И всякое вот сейчас в белье всякое сейчас понатыкаю там. То у меня что-то, честно говоря, места заканчиваются уже. Так, их я сюда поставила. Это будет означать знак того, что я начала ей, вернее, я положила уже ей разные сюрпризики. Здесь у нас носочки. Здесь я хочу такую положить. Она светленькая под носочки. Я еще, кстати, думала в носок запихнуть, но тут их столько. Я не знаю, каких она будет ходить, какие она оденет. Ну, наверное, кстати, наверное, можно запихнуть. Ну, я даже не знаю, в какой лучше. Наверное, вот, мне кажется, вот эти они лежат сверху. Их можно запихнуть. Я надеюсь, что она не решит их постирать. Вот так вот. До конца не будем. Вот. Так. Все. Все. Так, вот столько у нас конфет осталось. Я уже везде запихнула. И думаю, блин, ну куда же их еще-то запихнуть? И тут вспоминаю, я же забыла еще на кухне про верхние шкафы. Ну и, конечно, ванную комнату. Так, тут я, смотрите, уже открыла. Тут у нее всякая ерунда. Я думаю, что тут можно даже две конфетки положить. Куда-нибудь ее так вот. Ну, вон туда запихнуть. У мамы, в принципе, рост чуточку больше моего, поэтому я думаю, что она не особо увидит ее, ну, надеюсь. Но, знаете, самое плохое то, что если здесь конфетка очень долго пролежит, то она пропахнет специями. Это не очень хорошо. Я знаю, я вон туда положу. Там чашечка. Она ею пользуется часто. Ну-ка. Легла, да? Ладно, не видно ее. Она часто ею пользуется, я думаю, она ее заметит. Так, и еще вот эту вот можно положить вот сюда вот. Этими коробочками она тоже пользуется. Такой вот сюрприз. Вот, я вам, в принципе, показала, по-моему, не все. А, еще знаете, что я вам покажу сейчас? Еще можно куда. Я еще хотела на балкон, но на балконе жара бывает. Мы ее, знаете, еще вот так сделаем сейчас. Оп! И не видно. Картина как картина. А вот соберется пыль протирать. Оп! А там конфетка лежит. Ну, естественно. Нет, она с этой стороны, кстати, на балкон не выходит. Она с той стороны не увидит, я думаю. Здесь помидорка отдыхает еще. Показать хочу. Тут она тоже неплохо легла, конфетка. Вот она.
Туда ее протиснула. Хотела сверху, а там крышечка. Тут тоже хорошо лежит. Так, ну и что, осталось у меня, конечно, все уже чуть-чуть. Осталось, наверное, я думаю, для ванной комнаты. Сейчас я там посмотрю, может быть, резиновые перчатки найду в конце концов, потому что что-то я не могу их найти. В прошлом году я помню, что клала в резиновые перчатки, и это было очень для нее удивление. Она как раз, по-моему, эту шоколадку, конфетку, вернее, нашла самой первой. Вот, сейчас пойду посмотрю. Нашла резиновые перчатки, вот они. Положу сюда вот эту, мне кажется, вот эта именно конфетка маме очень понравится. У меня как раз скоро тоже уборка намечается. Вот так. И все. Просто. Красиво. И интересно. Конфеток еще остается немножко. Но моя фантазия уже закончилась. Я уже просто положила сюда. Ну, не знаю, скорее всего, мне кажется, она ее, может быть, и не заметит. Но она может свалиться отсюда. Она ее увидит. И, конечно же, я еще положила вот туда. Мне просто, честно говоря, любопытно, заметит она ее или нет. Вот мне прям вот это очень-очень интересно. В принципе, я думаю, ее не особо так больно обратишь внимание на нее. Но в ванную вот я положила. Так, вот сколько у нас осталось. Сейчас я это, скорее всего, доложу. Еще я две штуки положила в рюкзачок ее. Зимний, там два кармашка было в разные. Вот, осталось совсем немножко. Вот эту, кстати, я вчера хотела ее положить, в ее рюкзачок положить, который сейчас она ходит. Но так сильно хотела спать, короче, не стала. Подумала, ладно, потом. Вот, но сегодня, наверное, я уже поеду к себе домой. Поэтому так вот, сейчас я это быстренько все доложу. А вы напишите в комментариях, понравился вам ролик или нет. И сделаете ли вы такой сюрприз своим родителям? Я думаю, что это, блин, это можно сделать, это прикольно, это классно. Даже если вы сделаете самим себе, хотя не знаю, конечно. Вы будете помнить, скорее всего, куда что положили. Но это интересно. Когда хочется сладкого, начинаешь куда-нибудь, вернее, залазишь, и тут неожиданно, случайно находишь. Это прикольно. Я бы, например, хотела, чтобы мне так сделали. И получается, как будто бы какой-то презент за то, что ты протер пыль, или что-то постирал, или там помыл унитаз. То есть, собираешься мыть унитаз, а тут тебе презент за то, что ты его помоешь. Это, мне кажется, тоже довольно интересно. Пишите в комментариях, что вообще обо всем об этом думаете вы. Обязательно пишите. Вот, понравился вам ролик или нет, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь обязательно с колокольчиком, чтобы не пропустить следующее видео, которое выйдет уже завтра. У нас каждый день выходит видео. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Вот. Обзоры на продукты. Вот на эти шоколадки у нас был обзор, даже вот на эту был обзорчик. Вот, и также еще в скором времени, где она у меня, будет обзор вот на такую вот конфеточку. То есть тут много разновидностей. Чтобы, конечно, не пропустить этот обзор, обязательно подписывайтесь, нажимайте колокольчик обязательно, а то пропустите. Это, мне кажется, очень будет интересно для вас. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока!